Народ, привет! Приветствую вас в моей мастерской. Сегодняшнее видео будет о небольших переделках по моделям. Так, на каждой модели там немножечко поделаю, что возможно без запчастей. Вот, сейчас попробую на УАЗике перенести крепление рессор под мост, чтобы он стал немножко пониже. Вот. И на ВПЛовском Урале попробую зафиксировать задние колеса, чтобы тяги не ходили туда-сюда, чтобы колеса, промежуток не изменялся, а то, получается, там все болтается, и колеса с новой покрышки большие, они цепляют. Вот. Из-за этого нету ни теста Урала от МЗ-а. Вот, на его громадных покрышках. И я хотел сразу их затестировать. И ВПЛовский Урал на высоких покрышках. Так что сейчас немножко подделаю. И в ближайшие дни, я думаю, запустим Уралов в грязь. И посмотрим, кто лучше едет. Так, вы, наверное, про него забыли совсем. Но он живой. Так что он будет. Он будет. Единственное, что нету запчастей. Я хотел, значит, поставить на него сначала коробку от Шишиги. Вот. Потом я ее благополучно сломал. Это я вот подклеил, но мне друг уже подогнал от своей Шишиги. Вот. Но я немножечко так прикинул и решил то, что сюда я буду встраивать мотор-редуктор, можно будет и угол задать, какой надо. И получается то, что на каждый мост будет свой двигатель. Вот. Не знаю, как вообще это дело поедет, потому что протектора здесь нету. Вот. Но единственное, что я надеюсь, что он поедет более-менее, ну, по такой, по сухой поверхности. В принципе, я от него супер проходимости такой не ожидаю. Он вроде такой копийный, как бы просто будем катать для компании там. Грубо говоря, подзастрял грузовичок, его выдернул, ну такое для сюжетных таких покатушек. Ну посмотрим, может быть, и потом немножко найдем какую-нибудь резину тюнингнем пошире, побольше зацеп, как говорится, будет видно. Сейчас самое главное нам поставить его на ход. Ну что, попробуем. Сейчас хочу просто мост перенести наверх. Просто сейчас развернем и посмотрим, что из этого выйдет. Так просто мысля проскочила. Вот и хочу попробовать. Наверное, для мягкости я, наверное, уберу сейчас и пластмассовые вот эти вот крепежики. Вот. Посмотрим. Сейчас саморезики другие, наверное, поставлю, потому что эти длинные, они мне там не нужны совсем. Вот так вот опустился мост, но, в принципе, он также работает, также он функционирует. Так. Крепежи колес я еще не планировал. О, смотрите, вообще четко. Просто супер. О, даже маловато. Ходов маловато из-за того, что низко корка сидит. Сейчас перекрутим. Ну, с задней частью мы разобрались. Вот так это будет. Нормальный ход. Все, вот. И туда, и сюда колесо будет ходить. В принципе, с таким маленьким весом этого будет достаточно. Так, теперь мы снимаем кузов. Так. Скидываем задние колеса и переворачиваем. Так, что нам тут надо сделать? А нам нужно сделать все то же самое, только еще нам надо распилить под мост. Так что откручиваем и распиливаем нашу модель. Так, отпилил часть, теперь пилим вторую.
Так, вот та лишняя часть, которая нам не нужна. Так, и сейчас мы еще сразу открутим проставочки. Так, сейчас занимаюсь подгонкой рессор, чтобы поймать то место, где надо будет засверлиться, чтобы прикрутить спереди рессорину. Так, а для этого нам понадобится еще раз кузов. Мы ставим на место все. Переднюю перегородку. Так, ну что, смотрите, значит, я прикрутил. Ходы есть, но у меня еще немножко не зафиксировано переднее, а вот здесь спереди, поэтому она сильно ходит, а так должна не сильно. Так, рулевая у меня ходит под, ее, наверное, я перенесу немножечко. Так, ну давайте перевернем. Так, сейчас задние колесики накину. Так, ну что, смотрите, вот такой вот УАЗик. Смотрите, оп, оп, все работает. Передний ходит, все крутится. Так, ну все, смотрите, значит, сейчас я чуток еще вперед мост подам и уже буду его фиксировать. Так что смотрим. И в конце вставлю фотографию результата проделанной сегодняшней работы. И, в принципе, с ним на сегодня будет все. Так как мотор редукторов еще нету. Вот. Можно, конечно, выпилить пазы, где пойдет кардан. Вот тут придет с кусочки. И назад будет становиться наша закрывашка. Вот ее надо как-то будет оставить, потому что кардан пойдет вовнутрь, закрывашка останется, дно будет у нас хорошенькое, ровное, моторы будут стоять внутри. Так что смотрите далее, будем немножко еще модернизировать Урал.